Привет, Дэо, как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует твои комментарии. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи». Проверено на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Я как бывший веб-менеджер моего товарища рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160-5878. Рассказ номер 13. Теперь соседи не будут видеть, как я вожу домой девиз. Итак, сегодня 11 ноября 2013 года. Саня! Шу! У тебя есть возможность распечатать бесплатно книжку? А вот насчет заработка на фриланс. Я сейчас прорабатываю все, чтобы там нормально зарегистрироваться и так далее. Какие работы смогу сделать на первом этапе? Это сложный вопрос, тут поспешные действия не нужны. Не, принтера у меня нет! Ясно, когда-то ты мне делал, поэтому спросил. Я никогда тебе не мог делать, у меня принтера никогда не было. Вот Саня забыл, ладно. Проехали. Ты что делаешь? Мне прислали мошенники вот тут на почту Australian Police, for Max, там ля-ля-ля-ля-ля, всякие. Поправить Winning, сертификат Max на почту. Ага, это фигня, и мне присылали, забей их. У меня в доме... пионерили фонари у подъезда. Теперь, ха-ха, блять, темно. На крыльце я имел в виду. Ага, круто. Очень. Для меня классно. Теперь соседи не будут видеть, как я вожу домой девиз. Ладно, я спать. О, как раз звонит одна уже в двери. Я пошел. Давай! Смотри там. Палок накидай побольше. Итак, друг, ты слушал рассказ номер 13. Сегодня суббота. Подписывайся на мой канал. Каждую субботу ты будешь слушать мой новый рассказ. Ничего выдуманного, все по-настоящему. Подписывайся. Желаю успехов тебе, Макс Саныч. Пока-пока.